Мы заказали в Додо пицца, и представляете, круто, прямой эфир идет, буквально как вот наши пиццы готовятся. Вон там время еще сбоку. Это так здорово вообще, да. И то есть сколько, час, да, выделили на это? Если не успеем, вы получите сертификат на бесплатную пиццу. Блин, так круто, то есть вы вот заказали, можете наблюдать. Почему на сайте, готовят без как перчаток? Это делается. Потому что там. Они без перчаток готовят? Да. Почему? Если ответить коротко, так безопасно и честно. Ну, перчатки – иллюзия чистоты. Вообще это имеет смысл. Иллюзия. Да, ты считаешь? Ну да. Почему ты считаешь, что имеет смысл? Ну потому что оно все равно в печь пойдет, и все, что попало, ну вирусы. А руки и так чистые. Ну если в печь, да. Руки же можно помыть, они же наверняка их моют. А если бы перчатки не помоешь... Ну, кстати, они да. Могут быть использованы, по сути, они, да, грязные. Реально могут быть грязные. Разумно, разумно. А и поэтому... Сегодня, кстати, что? Сегодня 23 февраля, да? Итак, мы, в общем, заказали пиццы, вот они приехали. Очень интересно, предлагается вот такая книга, Додо книга. «Съешь меня, прочти меня, узнаешь, как команде Додо пицца удается двигать горы и менять мир». Достаточно интересно, на самом деле. Я думала, это будет, ну, книга образно, да, на самом деле брошюрка. Но нет, это настоящая книга. И тут... Секреты пиццы, потому что она сделана из костей. Ну что ты такой говоришь? Вот Димон ищет свою пиццу. О, 4 сыра. Дима заказал каждому по пицце, мы решили. Все, Дима на расслабоне. У Димы есть сок вкусный, добрый, без сахара. Пожалуйста, ваш сок. Ну как, пицца? Я тоже сейчас буду уже есть. Она изменилась. Изменилась? Но это из другой пиццерии, поэтому, соответственно, будет по-другому. А у меня вот бокальчик вина хочу поднять за моих мужчин. И за мужчин-зрителей моего канала. Но есть одно но. Наш папа там очень задерживается, поэтому придется начинать без него. А то как? Ну, он что-то там задержится долго. Блин, а давай мы с тобой обменяемся, кусочки от твоей пиццы попробуем, а кусочек моей. Потому что мне интересно, какая твоя. Даже два куска можно, да, поменять? Ну, отлично. Ну, давай, пододвигайся. Я тоже хочу просто уже. Я есть хочу, голодный. Мы с утра не ели. Можно. А? Всю можно. Не, ну всю нет. Она какая-то странная по вкусу. Ну ты еще ту не пробовал. Просто подвинься, закрой коробку чуть-чуть, я пролезу сюда. Вот. Мне очень понравилось. А вот интересно, ты открыл мою или папину? Потому как здесь, в общем, ну, наклейка. Очень хорошо. Мне очень понравилось. О, это папина, нет. У него, видите, вы, в общем, с папой чизбургер заказали, но папа заказал на толстом тесте, я же заказала на тонком тесте. Вот. Ну, что поделать, Димон? Ну, как заказал, ничего, не всегда так бывает, что ты угадаешь. Бывает, что вкусное, а бывает, что и не очень. Так, ну, собственно, сейчас... На, Димон, возьми кусок чизбургера. Ну, папа вот этой не пиццы. Разрешал две. Не разрешал две брать, а при чем здесь две? Я у тебя вот сейчас прям с твоей начну, потому что мне хочется с твоей начать. Пробуй. Что, меняемся пиццами? Не, меняться не буду, но у тебя, знаешь что? Здесь, понимаешь, у тебя сыр с плесенью. Понятно. Такой да и даже странный. Видно ее. А ты когда заказывал, ты не видел, что там написано с расплесенью? Нет, я не читал. Я просто же забыл, что разные пиццерии. Но он будет такая же, как в этом. Ну как тебе? Ну, много не съешь. В целом вкусно, но для тех, кто любит сыр с плесенью. Будет вкусно. Приятно вам тут? Молодежь. Ну и как тебе сыры? Не очень. Ты прогадал, ты мог сказать Димону, что... Посмотри, меня в кадре хорошо видно с Димоном? В кадре. Че тут все такое? В кадре, как мы видим? Оно упадет. Ну так получше. Да, вот. Ну спасибо, ты все испортил. Нет, нет, почему? Вот сейчас как. А ты уверен, что это на тонком тесте? Да, уверен. Сейчас как. Да ничего. На двоих видно? Или да. Я где-то за кадром увидел? Нет, нормально. Вот тебя еще вот столько где-то. Ясно, отлично. Ну что, Павел, меняемся кусками?
Я не ем 4 сыра, Дим. Попробуй. На, сбрасывай пиццу. Кстати. Забираю, открываю, все такое, держи. Потому что не надо брать такие непонятные штуки, с учетом, что ты брал покупную из магазина. Какую покупную из магазина? Я говорю про... Забыл, я ел из этой. Из, из Империи пицца. Да? Да, она была такая прям крутая. Чизбургер тоже не очень. Я честно тебе скажу, смотри, как они помидоры порезали. Вот эти вот жопы, которые я больше всего ненавижу. Вот, видишь? Вот эти вот белые прорехи. Тебе не очень понравился чизбургер, это больше тебе понравилось. Дима только ищет, с кем махнуться, короче, ну, скинуть ее. Понимаю. Да. А, фигня, да, ребят? Мне не очень нравится. Давай когда половину на половину, я себе оставлю несколько кусков. Ну, чтобы разнообразие было. Ну, а вот половину чизбургера. Ну. Вот, бери сразу два куска. Тоже, знаете, я думала... Она тоже. Ну, она как бы, в принципе, конечно... Я даже не знаю, что вкуснее, я не могу сказать. Сегодня вкуснее. Может, с сыром и получше. Ну, потому что я люблю голубой плесень. Это повезло. Угу. Тебе, Дима. Короче, фигня, да? Ну, пробуй свое мнение выразишь, боже мой. Так, нравится, по-моему. Ну я тоже так думаю. Возьми стул, садись, чтобы. Интересно, тебя в кадр будет видно, если ты тоже сядешь. Он покачаться медленно начал, блин. Да, где? Может, Димон уже и смотреть не будет, да, Димон? Димон, еще дела есть. Тут есть дела? Так. В общем, вот так вот. Держи еще кусок, и я у тебя кусок заберу. Ну, я сейчас Димон тоже дам один. Попробую его штуку. Его ноги, Димон, а тебе, кстати, как эта пицца, чизбургер? Плохо. Это понравилось? Папа на улитках ест. Нормально. Держи. Ну, тебе какая больше понравилась? Тебе она выглядит как? Мне? Да. Конечно, чизбургер. А, ну и отлично, тебе повезло. Смотрите, в итоге Димошке все досталось, что нужно. Чего? Здесь сыр с плесенью, да, что за бред? Да, представляешь? В Империи пиццы такого не было. Ну, конечно, не было. Это идиотизм. Ты... Здесь должен быть... Не, ну, по-хорошему, да, это странно. А вы что, когда заказывали, вообще не смотрели, что там за сыр? Нет. Так-то. Потому что все думали, что будет. Ну, надо было все-таки попробовать. Это забавно, но это все равно бредово. Дима, венцом. Давай выпьем за... Я хотела за вас поднять бокал, а вы все... Димон, иди сюда. Ну, вздрогнем. А, ну, стоя прям. Я думала. А где подарки? Иди сюда, сынок. Их нет. Кадр. Все, в общем, поздравляю. Ага. С праздником. Будьте настоящими мужчинами, защитниками. Пусички. Что? Димон даже не отпил. У меня бокал вина со вчера еще остался. Я один выпил, один остался. Вот как раз настоялось хорошо. Пицца 4 сыра с плесенью. Это же прям что-то нонсенс, с чем-то. Да? Это прям... Да, можешь еще взять. Вкусная. Вкусная, правда. Мне тоже понравилось. Она, если сразу с чизбургером, может, даже и выигрывает. Даже может быть и Димон. Не, ну с обменом, с обменом. Ну, как тебе, что же нужна? С обменом. Нет. Чизбургеры, помидоры еще тоже как-то, какие-то невкусные прям. Помидоры выглядят отвратительнее, я сейчас даже, наверное, оттуда понавыковыриваю все. Неплохо. Они еще, наверное, туда попки помидорные даже засовывают, просто мне повезло, я туда не попал туда. А все действительно удачник. Голубой? Нет, вообще оно вкусное. А я и говорю. То есть, ну, на это любителям, тем, кто именно любит сыр с плесенью. Потому что не все же любят. Я люблю. Ну, как повезло. Ну, а ты еще не пробовал чизбургером? Нет. О, ну-ка. Сейчас посмотрим, что тут ты скажешь. Даже я еще это не проживал. Если не понравится еще. Димаха. Я тебе говорю, давай что-нибудь нарядное наденем.
Дима, нет, моя комната, мои правила, буду ходить в этой кофте, хочу так. Еще пора стричься, да, Дима, но стричься тоже не хочет. Я панк. Бекон, надо брать все-таки не с беконом, тоже с беконом была удачная. Да, и с беконом, и это самое, как оно там, вот эти колбаски, не помню название. Первое. Да, о, точно. Слушай, Диман, а можешь, пожалуйста, ну, в честь праздничка сыграть что-нибудь? Такое. Не знаю, я уже играл. Например, то, что придумал ты. Димон такую офигенскую мелодию придумал. Это что-то. У нас, когда Димон начинает играть, соседи, которые сверлят, прекращают сверлить. Либо они ценители музыки, либо они очень уважают тех, кто играет на фортепиано. В любом случае, класс. Уважение, наверное. Может, забавно, да. Но чего-то не хватает. Ничего не хватает? Мне, честно говоря, очень чизбургер как-то... А, точно, кстати, оно там есть вообще? Ты прав, его тут нету. Слышь? Его серьезно тут нету. Диетическая какая-то она, блин. А ты читал, там написано в чизбурге, что там есть мясо. Там есть мясо, иди посмотри в составе. Должно быть. Ну, а его не положили, правда. Оно чувствуется, оно какое-то очень слабое. Нет, нет. Ну, покажи мне кусок мяса в пицце, покажи. Покажи вот мне смотри, его, найди. Вот смотри, ну. Вот это твоя, а вот это моя. У меня на нет, том, что у тебя на том, что... А, ну, может быть. Вообще один-один. Разница какая, я не понимаю вообще. Дурдом. Ты мне кусок мяса, не надо ли трогать, блин, руками. Дай, найди мне это самое, кусок мяса. Ну, нет вот, там вот, мяса. Где? Мяса. Ну, достань его, нет, это на сыр похоже. Ром, да. не кроши, пожалуйста, что ты хочешь крошить? Да. Да уж. Да, Додо. Где? Не знаю. Нету здесь мяса, где? Ты прав. Чего-то не хватает, ты правильно сказал, нету мяса. И вот тут тупо нету. Я сейчас вспоминаю, как я ел, и реально... Ну как не должно? Надо... Здесь как будто чуть-чуть фарша какого-то. Ладно, оправдывай, здесь вообще ничего нет. Ну видишь, вот фарш. Рили? Ну на фарш что-то похоже. Ой, фу, ерунда какая-то. Тогда там должно быть в составе написано фарш, потому что у них пицца была какая-то с фаршем. Возьми. Значит, почему этот чизбургер полная помойка? Ну, технически, конечно. Ну, так, по сути, конечно, есть можно, но... Значит, смотрите, здесь нету мяса, здесь нету чеддера, здесь, короче, одни соус и фарш, все. Больше там нету ни хрена. Короче, это просто шелупонь. Да. Если вы вдруг вздумаете, не знаю, как они так, но, короче, Додо это шляпа. Додо. Короче, это антиреклама Додо. Вот потому что то Додо, которое мы пробовали там у них с беконом, оно было хорошее. Без бекона, ну, соответственно, пиццы диетические. Ну, это как? Что с сыром, что с тем. Они абсолютно диетические, там чуть-чуть вкус фарша только есть. Не стоят они этих денег. Короче, кстати, да. Вышло на полкомбо сейчас на 1400. 1400, да? Да, вот за такую шляпу. Да это 14 бигмаков, да это я сейчас просто бы обожрался. Ну, бы. Кстати, да. Да это вообще дурдом. Короче, помойка, не берите Додо вообще никогда. Пошли они нахрен. Что ты сейчас сказал? Пошли они нахрен, я говорю. А, ну ладно. Да, так, сынок, я приготовила для тебя очень хороший подарок. Я вижу. Вот. Горох, круто. Да, горох в консервной банке. Горох, короче, да. И вот такая коробка, посмотри, что же тут. Держи. Наушники. Да, и познакомься с содержимым. Сейчас подключи. У тебя, тебе же нужны были наушники, помнишь? Вроде бы. Ну а как же? У тебя сейчас такие вот, где они? Каким ты тебя пользуешься? Вот этими. Ну вот этими, да. Такими простыми. Вот такими вот. Они даже у тебя от смартфона, что ли? Да. Ну вот видишь. Так что, давай, открывай, смотри. Зря я про бигмаки вспомнил, а теперь коробит. 14 бигмаков, либо вот непонятно. Слушай, что. Слушай, не мешай ребенку наслаждаться получением подарка. Так, а оно так откроется, здесь надо... А папе где подарок? А папе, да, хорошо ты спросил. Что? Что касается папы, у папы есть подарок. Ну, как есть, он едет к нему. Угу. Он заказан, и как бы по интернету все не так просто, он не успевает. Не успел приехать 23-го. Называется «Привет, Китай». Коронавирус. Да. Коронавирус. Не, я косметику из Кореи. А ведь говорили, мне заказала, мне приехала. Ты полностью Дим вынет. Ну, Дима полностью вынет. Помочь? Это сам. О, тут провод. На, провод, я в шоке.
Не, ну в смысле, он сюда засунут, поэтому. Дима! Правильно, одевай, 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 классная штука. Мы все о такой мечтали, но боялись сказать. Ну, инструкцию ты не смотри, здесь все довольно просто. Да. Главное вот сам. Да, блин, так интересно, мне самой прям даже. Все интересно, так, кабель. Тут он как-то просунут. Мутно. Ломай. Стой, не ломай, не ломай. Наоборот, аккуратно. Ломай. Вот, все, ну. Ну, на голову. Смотри, также есть микрофон. Теперь ты можешь разговаривать не по микрофону, который настольный, а просто вот так общаться. Ром, не надо. Тут много проводов. Кстати, да. Проводов. Я тебя предупреждал, Зай. Для микрофона и не для... Послушал. Чего? Надо брать на кого-то микрофон... с подъемным микрофоном. Димон. Значит, здесь несколько входов, потому что есть микрофон. Вот я только USB не знаю зачем. Для чего? Это как бы, может, чтобы это сами... общий. Может, это общий просто. USB общий, наверное. О, вот регулятор громкости. А, нет, это не регулятор, это просто. Я думала, может, регулятор. А он здесь, по-моему, есть регулятор где-то. Это надо будет еще поизучать. Ну, в общем. Раскручивай, подключай. Он такой длинный кабель, я даже не знала, что он такой длинный. А, на деле короткий. Ну, в целом он длинный. То есть ты можешь вот, получается, не вот по этим, да? А просто вот ставь вот так один. И он, по идее, будет работать за них двоих. Ну, в общем, подключай. Тестируй. Ром, ты шутишь, что ли? Да, это откроешь, тоже посмотришь. Это такой мини-сюрпризик. Угу. Так, а по поводу микрофона, ну, он поднимается вообще-то вверх. Так. Можно не поднимать, можно опускать. Давай, подключай. Тестируй. И все-таки, мне кажется, через USB можно сразу два, ну, как бы. Держи. Было бы два, не было бы. Держи его, Димон. Так это на выбор. Может, у тебя нет USB свободных кабелей. Понимаешь? А зачем они у меня могут быть заняты? Микрофоном и наушниками? Чем угодно у других могут наоборот быть заняты. Мало наоборот, не у тебя наоборот. Что? Это для всех делается. Так что так. Ну вот, и пробуй. Сейчас я вот так со стороны буду снимать. Ты пробуй. О, мне прям очень интересно. Слушай, Зай, нет, принеси, пожалуйста, мне стакан чистый какой-нибудь с кухни. Так соку охота просто. Что-то, но проверяй. Проверяй. Ай, как оно будет? Да, громко. Громко? Очень громко. Но ты до же... До 50, а уже... Вот так. Видишь, какие хорошие громкие наушники, да? Здорово. Пока. Не, я не... Микрофон, просто смотрю, какое у него расположение. Вот, также, да, удобно то, что можно разговаривать, при этом быть в наушниках и двигаться куда угодно. Спасибо большое. И микрофон. Мамочки родные, там провод такой ёпрный. Он длинный, да. Его надо еще раз примить, а то там такая мохнатка. Да, интересно, насколько у него хорошая запись. Насколько что? Хорошая запись. Ну, запиши и проверь. Да ты сравнил, Димон, эту и то. Сачок. Ну, как обычно, вина еще не допила, а уже, ну, короче. Алкоголь не моя тема. Вкусный сок. Змеи. Ну-ка. Прыгающие. А это реально носки. Реально почти носки. То же самое, что и змеи. Ну-ка, ну-ка, посмотри, какие они. Хорошие, кстати. Консервы. Ну, это так, прикол такой на 23-е. Типа съешь? Ну? Подожди, сок 4 пары или 2? А, 2, да? В смысле, одна пара. Одна пара. Господи, 4, я все перебрала. Да, а что, ничего, такие, да? Да. Хорошего качества, кстати. Ну что, Димон, как наушники? Хорошие. Понравились? Да. Да. Звук классный. Удобно на голове сидят, вот тоже это важный момент. Удобно сидят на голове? Да. Блин, это круто. Я прям очень довольна. Главное радовать. Ну, а Рома, кстати говоря, мог бы, в принципе, и назвать. Он в стриме называл, какую именно он ждет подарок. Ну, машинку какую. Ну, как бы, не все в этом разбираются. Потом приедет, покажем, я думаю, отдельно в любом случае. Ага. Кстати, сок вкусный. Хороший сок. Я его люблю. Добрый. А сейчас еще планируется посмотреть фильм «Невидимка». Ты будешь посмотреть? Не знаю. Старый фильм. Сейчас новый собирается быть, но Дима планирует его посмотреть потом отдельно. Вот. А сейчас будем... Ну, да, его еще думаю, вроде и нет, да? Смотреть. Вот. Поэтому старый «Невидимка», хороший фильм, очень крутой. Так что вот. На этом, в общем,
Всех мужчин еще раз с праздником. Всем пока. Удачки.